Новые случаи зарегистрированы в Ханты-Мансийске, Сургутском районе и Мегионе. Из 6 заболевших 3 детей и 1 пожилой человек, остальные трудоспособного возраста. У половины из вновь зараженных вирус никак себя не проявляет, зато сразу у 2 пневмония. Специалисты обращают внимание на отрицательный темп прироста и говорят, что радоваться рано. И таким образом, на сегодняшний день сохраняется отрицательный темп прироста. Вместе с тем, как я говорила и вчера, регистрация очага с установленным источником свидетельствует о том, что эпидемический процесс перешел в фазу неконтролируемого распространения. Это, по словам представителей Роспотребнадзора, обязывает нас и дальше соблюдать ограничительные меры. Не выходить без необходимости из дома, не забывать о социальной дистанции, везде, где есть люди, надевать маску и как можно чаще мыть руки. Все то, что сегодня задумано, выполняется, оно задумано и выполняется во благо вашего здоровья. На сегодняшний день за минусом выздоровевших продолжают лечение 166 человек. 116 делают это в стационаре, а 50 – в домашних условиях.